Какие звуки гласные в слове школа? Молодец. Раскрашиваем каким цветом? Красным. Давай, лапочка, раскрашиваем. Так. Диана Дмитриевна, получается? Да. Молодец. Викуся, получается? Класс. Так. Далее. Спросим, кому у Дианы Дмитриевны. Первый звук в слове какой? Ш. Ш. Какой он? Согласна. Каким цветом надо раскрасить? Синим. Молодец. Синеньким цветом раскрашиваем. К. И Л. Молодец. Раскрашиваем каким цветом, Валер? Синим. Синеньким. Так. Спросим у Виктории. Виктория, сколько букв в слове школа? 2, 3, 4, 5. Сколько? 5. 5 буквок. Флис, сколько звуков в слове школа? 5. Так, как зовут девочку, с которой мы работаем на картинке? Как ее зовут, Лер? Глаша. Глаша. На этой девочке, которая Глаша, на портрете что нарисовано, что написано? Буквы. Слова. Какое слово написано у Глаши на челочке? Прочитайте. Уроки. Какое слово-то? Уроки. Прохлопайте по слогам. Три. Уроки. Сколько слогов? 3. Значит, смотрим на цвет. Если 3 слога, то каким цветом? Коричневым. Берем коричневый карандашик и у нашей Глаши раскрашиваем коричневым цветом челочку, потому что там написано какое слово? Уроки. А в слове уроки, Лиза, сколько слогов в слове уроки? 3. 3 слога. Вот тут мы красиво так раскрасили. Девочки, написано на лице внизу. Что у девочки на лице внизу написано? Лицо. Лицо. Да, покажи это слово. Так, прохлопай его. Лицо. Сколько слогов? 2. Каким цветом надо раскрасить? Розовеньким. Розовеньким. Молодцы. Лицо девочки раскрашиваем розовеньким цветом. Да?